Друзья, приветствую. Не удержался я все-таки. Взял я себе спиннинг. Покер отнорвал. Ну, хочу попробовать все-таки, что он из себя представляет. Обзоров много на него, так что обзор делать не буду. Просто посмотрю, какой он универсальный, какой нет. Я взял в 76 длине, до 56 грамм. Ну, это 2,29 что ли. Ну, давайте посмотрим, что он может. Вот поближе. Ну, чехол такой, плащевка. Характеристики его. Взял тоже приманочек, там Максквадик, Балисонг, Рудра, Орбит 110, там силикон. Ну и посмотрим, что он может. Ну так, ничего, смотрится. Будем тестить. Начну, пожалуй, с наименьшего. Вот такая рудрочка Колумбия. Со 110-го орбита. И будем увеличивать упористость, длину, веса. А потом на Джейк. Посмотрим. Многие, конечно, хвалят спиннинги Нарвал. В частности, это аргумент. Есть и противники его. Ну, в принципе, я считаю, что совсем неплохо они делают. Ну, со 110-м он вообще его не чувствует. Вот и траву цепляю, тащу спокойно. Вот 110-й воблер летит просто замечательно. Но у него еще магнитная система дальнего заброса. Ну, все равно. Кайфово бросать им. Летит нормально. Какой-то... Ох, шнур облюбовал. 110-й орбит. Ушел сам. Молодец. Что? Со 110-м без проблем. Буду сейчас поставлю Максквад 115-й. И так буду до увеличения. Так, 115-й Максквад. Сейчас он полетит. Максквад они не очень упористые. Проводочку у них рывки такие нежные надо делать. Тогда он вообще раскрывается классно. Ну, естественно, тоже вообще без проблем. Значит, уже такие, как Орбит 110, Максквад 115, можно твичить им запросто. Даже длина 2,29, да нормально. Вполне нормально с маленькой лодочки. Все хорошо. Мне нравится лично. Есть, конечно, и противники, и сторонники, что у Нордстрима и хаят палочки, и хвалят, я имею в виду бюджет, так и у Нарвала. Каждому свое. Мне пока этот покер нравится. Не знаю, как он по чувствительности, по джигу, но я думаю, середину теста в любом случае будет все хорошо. Напомню, он до 56. Так, поставлю рудру. Колумбия. Посмотрим, как он с ней. Резинку надо. Опачки. Опачки. А то бы сейчас закинул. Да, в принципе, ничего страшного. Но все равно на игру бы влияло. Ну что, потянешь. Там даже и не, почти не провисает под ней. Вообще без проблем. До 56, конечно.
вообще никаких провалов. Кору в руки дал, кто-то на нее клюнул. Ну, щучка. Не ахти какая, ну, такая, наверное, грамм 700-800, может быть, поменьше. Ну, рудра, одно слово, рудра. О, да, 700-800 грамм. Ну, и, разумеется, известный в узких кругах Болисон. Сейчас поставим его. Так, ну вот он, Болисонг. Сейчас полетит. А, нормально. Почти так же, как рудра. Так, ну что, воблер он дергает, а лучший показатель того, правильно он или нет дергает, это поклевки рыбы. Ну и рыба реагирует, причем лето, это не осень, когда щука жрует, вот, летом она очень капризная, привередливая, выбирает приманки, и если она соблазняется на игру воблера, значит ей нравится, значит все правильно, воблер ведет себя под водой. И спиннинг с этим справляется. Вердикт. Можно ли дергать им воблеры? Да, можно. Нормально. Разумеется. Сейчас что-нибудь поставим из джига. Сколько? 12 грамм. Вот сейчас 12 грамм. Ветер еще выдувает дугу. О, касание дна. Прям замечательно, 12 грамм можно контролировать. О, опа, опа, мне даже нравится. Опа. Ну, 12 грамм прям хорошо. Даже ветер. И полосатый в теме. Что, понравилась резинка? Вот такой вот. Вот в этом вот карманчике всегда рыба неплохая клюет. Ну, по крайней мере, было. Сейчас обловлю, может быть, кто и клюнет. Никто не хочет. Побольше уже на воблер. О, да килограмм есть, не, может быть, даже и побольше. Не столь важно. Ой, какая, ой, какая, блин, циркачка. Ну иди сюда. Ну вот, твичинг, ух ты, как она выпендривается, о, ну вот, еще и воблер зацепился за эту, вот такая вот, мадама,
И воблер твичит. Интересное местечко. Русло идет туда. А здесь мель, такой пупочек получается. Как бы перекатик, что ли, вон и течение, я смотрю, присутствует. Окуньки вон малька гоняют. Трава, пучки. Возможно, здесь будет хищник в виде щуки. Буквально вон от того переката сюда дошел. Думаю, ну, тут не будет, наверное, и камеру даже не включал. Кинул несколько раз, дернул, и щучка. Ну, это уже поменьше, грамм 700. В районе этого. Тише, 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 дурочка маленькая. Ну да, такая вот. Ну что, друзья, буду завершать свои испытания, свою рыбалочку, так называемую. Касаемо спиннинга. Да вообще классный спиннинг. Классный. Бюджетные деньги. Все, что нужно есть. Потвичить, пожалуйста. Джигом половить тоже, пожалуйста. Прям универсальность в этом у него хорошая. Да и чувствительность у него не на самом худшем уровне. Так что я доволен своим приобретением. Я буду часто на него ловить. Мне спиннинг очень-очень зашел. Так что как-то так. Ну а на сим, всем пока. Увидимся на рыбалках в следующем видео.